В Национальном театре имени Масангова состоялась презентация книги заслуженного работника культуры Калмыкии Клары Сельвиной «Как я стала министром». По словам автора, для написания книги пришлось приложить немало усилий и труда. Но все чувства и эмоции, вложенные в строки, останутся навсегда в истории калмыцкой литературы. Книга является некой биографией автора, в которой рассказывается о запоминающихся моментах ее жизни, детстве и юности, выпавшей в трудные годы войны, депортации и восстановления Калмыкии. Представители Министерства культуры, артисты и однокурсники Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии поздравили автора с выходом издания. Дорогие друзья, я очень счастлива, что у меня в жизни свершилось такое событие. Но я теперь дала себе слово, никогда больше ни одной строчки я писать не буду, потому что это очень большой труд, очень адский труд. Невозможно даже сосредоточиться и знать, что будет завтра, понимаете, все, ты от кого-то, от чего-то зависишь. Поэтому я даже и название-то все время меняла, мое босоногое детство, а мне сестра подсказала, ты никогда не была босоногой, ты плохо не жила и босиком не бегала, ага. Ну ладно, отпала. Потом Сибирь, моя родная, моя близкая, моя дорогая, ну Сибирь. Тоже, значит, я уже с детства, конечно, жила там, после депортации. Поэтому я вот думала, а потом все-таки придумала, что нужно назвать, как я стала министром. Ну, интригующее название, конечно. Многие хотят всегда быть министрами. А сейчас я думаю, что это очень сложный труд.